началом семестра, Иосиф Виссарионович. А что у нас нынче за контингент? Ограниченный. Очень ограниченный контингент. Неужто кухарки? Кухаркины дети. Ничего, мы научим управлять государством и кухаркиных детей. Они уже давно управляют без нас. Это только кажется, что без нас. А для руководства страной архиважно иметь превосходное образование. Не обязательно. Вас, Владимир Ильич, из университета выгнали. И ничего. А вы, батенька, если на то пошло, семинарист-недоучка и грубиян. Что значит ничего? Я целую империю развалил. А я сколотил другую. Это выходит, я тут один с высшим образованием. Тема нашей первой лекции – география. Посмотрим на старую карту Евразии. Что мы там видим? Мы там видим Союз Советских Социалистических Республик. Какое место занимает этот союз? Первое и только первое. Правильно, но не точно. Советский Союз занимает на карте все место. Я вам скажу откровенно, это ужасно. А я бы попросил при репликах называть свою фамилию. А я знаю его фамилию, знаю однозначно, заинтересует меня материально, и я вам ее скажу, понимаете? Всему свое время. Рассмотрим карту подробнее. Что мы имеем на Западе? На Западе мы имеем несколько больших славянских республик и две маленькие области, полученные в виде добровольного дара от Польши и Румынии. Ну, я бы не преувеличил степень добровольности этого дара. Не мешай, я конспектирую. Что мы имеем на юге? На юге мы имеем весь Кавказ. И Среднюю Азию, полученную в виде добровольного дара от товарища Фрунзе. Что мы имеем на севере? На севере мы имеем три прибалтийских республики. В виде добровольного дара от товарища Риббентропа. Чьи народы сами попросили нас о вхождении в союз. Литва ведь всегда тяготела к Туркменистану. Вы опять что-то сказали. Ой, извините, конечно, я просто подумал вслух. Ты, значит, что-нибудь одно. Либо думай, либо говори. Не мешайте, невозможно заниматься. Что мы имеем на Востоке, товарищ учитель? Правильный вопрос. На Востоке, а также Юго-Востоке, мы имеем Японию, Корею, Филиппины и другие страны, мечтающие о добровольном вхождении в Советский Союз. Ну, а чё же они, понимаешь, молчат? Я думаю, от застенчивости. На застенчивых воду возят, понимаете? Им надо помочь сформулировать мысли. Пошлите меня на Восток. Это моя специальность. Пошлите, я вас прошу. Ну. Восток – это не специальность. Восток – это хобби. Перейдем к современной карте Евразии. Что мы видим? Прежде всего, мы не видим Союза Советских Социалистических Республик. Почему? Покачину. Потому что народы выбрали свободу, блин. Свобода, блин. Это буржуазный фетиш. Это правильно. Мы, коммунисты, в гробу видели эту осознанную необходимость. Профукали, пустили совок по ветру однозначно. Продали Киссинджеру за полцены. Ну, знаете, насчет цены это вопрос неоднозначный. Иуда! А где было руководство коммунистической партии? Ее политбюро? Они, вот они, отменили шестую статью. Скажите, а 58-ю статью они тоже отменили? Все статьи отменили. А разве Россия
перестала прирастать Сибирью и в особенности Колымой. Сибирь, значит, нас уже почти что не слушается. В Кузбассе аман этот, шахтеры в голодном обмороке. Да на Здратенке и вообще не докричишься, он кроме как по-японски не понимает. Я не знаю этих товарищей лично, но... Ну, слава богу, ваше счастье. А потом, знаете, я должен ответственно сказать, Политбюро, Колыма — это устарелые подходы, я это отвергаю. География еще скажет свое веское слово относительно вас. Иосиф Виссарионович, простите, а что это у вас за акцент? Вы, случайно, не лицо кавказской национальности? Я в Москве с 18-го года, как правительство переехало. Из Петрограда. С какого такого Петрограда? Ничего не знаю. Будем выселять всю диаспору. История. Однажды со мной произошла вот какая история. Сижу я на заседании Политбюро, а товарищ Пельше, здесь женщины есть? Да нет, знаете, ни одной. Тогда я другую историю расскажу. Простите, но нас интересует новейшая история. Хорошо, расскажу новенькую. Недавно товарищ Суслов... Нам нужна история в более широком, понимаешь, смысле. Спрашивайте. Отвечаем. Знаете, погодите. Отвечаем. Да подождите вы. Давно хотел спросить, как вам удалось проруководить страной 18 лет в целом? Без неприятностей, ну? Без перевыборов. И не приходя в сознание. Отвечаю. Сознание вторично. Чем меньше руководитель находится в сознании, тем лучше для страны. Незнакомка, правильный сигнал от товарища Крамского. Почему незнакомка? Органы внутренних дел должны установить личность гражданки, место жительства и род занятий. Ничего смешного не вижу в этом. Шишкин, рожь. Хорошая картина. Никакого абстракционизма, мать его. Все понятно. Лесостепь, дорога, яровые взошли, механизаторы готовят технику к уборке. Где механизаторы? Я что-то не вижу. Механизаторы не поместились в рамочку. Ну вот-вот подъедут. Ага, подъедут, жди. Небось, пьяные где-нибудь в сосиску валяются, и все. Где вы это видите? Скажите мне, пожалуйста. Да везде, господи, боже мой. А что же директор совхоза? А директор поехал пить с секретарем обкома. Зачем? Зачем пьют с секретарем обкома, а? Что-то с памятью твоей стало по-широкому пройтись полю, ну? Ну, я уж не помню. Выбивают фонды. Правильно. Все, о чем вы говорите, это абстракция. Вы что, абстракционисты? Тогда я вам покажу Кузькину мать. Ну, пидорасы, пидорасы однозначно. Ну, я бы, значит, попросил некоторых тут. Тише, студенты. Всех отчислим и в армию. Смотрите у меня. Кстати, Верещагин, апофеоз войны. Картинка знакомая. Что-то она мне напоминает. Павла Сергеевича она тебе напоминает. Картина отражает процесс национального устройства края. Тема первоначального накопления капитала в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Эй, кто-нибудь Гоголя читал? Да отстань ты, у меня у самого Хлестаков. А кто такой, я сам не помню, не знаю. Эй, тихо! Что у тебя? Человек это звучит гордо. По повести Булгакова «Собачье сердце». Слышь, и у меня тоже хорошая тема. Счастье всего человечества. Это я сдам. Вот, правда, тут еще про слезинку ребенка какого-то. Товарищи студенты, будете переговариваться, расстреляю к чертовой матери, как заложников.
Эй, что там у тебя? Лишние люди, как трагедия русской интеллигенции. Фу, гадская. А у тебя, генерал? Хаджи Мурат. И территориальная целостность России. Завалишь тему, пеняй на себя. Я, значит, готов отвечать. Совесть, что ли, проснулась? Не дождетесь. Я готов отвечать по билету. Прошу, батенька, к столу. Пушкин. Лирика. Лирика, значит, у этого самого Пушкина бывает гражданская и бывает любовная. Гражданская, значит, обращена гражданам, а любовная – гражданкам. Например? Я вас любил. Меня? Да, но вас когда-то все любили. Причем любовь еще быть может. Да что вы говорите? Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу. Так, перейдем к гражданской лирике. Ну, там Пушкин, значит, фантазирует. Пожалуйста, конкретнее. Ну, оковы, говорит, тяжкие падут, темницы там рухнут, значит, и всякое такое. Ну, молодой был. Опять-таки, с малолетства попал, понимаешь, в дурную компанию. Фамилия? Ну, я сейчас не вспомню так. По-моему, Рылеев там, Чадаев, один висельник. Другой, я извиняюсь, вообще сумасшедший. На Россию клеветал. Мы, говорил, рождены, чтобы преподать миру какой-то страшный урок. Галлы!